Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать буквы в кружках в Hide and Seek. Для начала нам понадобится программа. Вот у меня есть Hide and Seek. Сначала нам понадобится программа Symbol Font. Мы ее открываем. Сейчас, погодите. Ее открываем, теперь берем и находим вот такие вот кружки. Вот такие вот кружки находим. Нажимаем на них, и мы можем делать вот смайлики. Вот такие. Например, я веду вот. Потом ведем имя пески. Короче, вот. И глядите наверх. Все. Теперь вы берете и вставляете в Hide and Seek. Это я показывать не буду, просто у меня будет в играх черный экран. Всем пока.